Последнее время становится популярным делать ремейки на кино и мультфильмы. Итак, представьте, знакомый уже вам персонаж приходит на Союз мультфильм и навязывает свои идеи. То есть вы утверждаете, что новые мультфильмы нам не нужны? Конечно, не нужны. Лучше возродить старые советские мультики, написав к ним новые саундтреки. Что вы имеете в виду? Многие не понимают философский подтекст мультика «Ежик в тумане». Поможет его раскрыть абстрактная группа 7Б. Ежик гулял за туманами, лес был полный обманами. Справа были звезды медведя, а слева ежа. Нашла лошадка ежа, лошадка. У вас есть что-нибудь еще? Да, мультик про двух веселых гусей. Вот это хорошо. Явно депрессивный. Это еще почему? Ну, потому что бабушки в жизни, кроме двух гусей, никого не было. А специалисты по депрессивному жанру — группа Агата Кристи. Гуси, 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 да-да-да, есть хотите, га-га-га. Мыли-мыли гуси лапки, утонули все в канавке. И на депрессантах вся бабуся, где же гуси, господи Иисусе? И уходит в небо не спеша грешная гусиная душа, га-га-га. Хорошо, хорошо, мы вас берем. Но сами увольняемся.